Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия, 7 класс, автор Мерзляк, задание 127. На рисунке 105 дано угол АБД равен углу ФБК. ФБК. Давайте отметим АБД и ФБК, вот это равные углы. А также угол ДБФ равен углу КБС. ДБФ вот он. И угол КБС вот этот угол. А нам нужно доказать, что прямая БФ перпендикулярно АС. Ну, давайте, глядя на рисунок 105, мы можем записать, что угол АБС равен сумме углов. Углу АБД плюс угол ДБФ плюс угол ФБК и плюс угол ФБС. Так, ну, перепишем это равенство с учетом следующего. Угол АБД мы записываем без изменения. Угол ДБФ мы запишем тоже без изменения. А вот третье и четвертое слагаемое. Угол ФБК по условию равен углу АБД, значит, мы вместо него запишем угол АБД, ну потому что они же равны. И плюс угол ФБЦ. Не ФБЦ, а КБЦ. Здесь угол КБЦ. Угол КБС равен ДБФ, значит, мы запишем ДБФ. Так, ну, левую часть переписываем без изменения, угол АБС. Что у нас получается? Угол АБД и еще один угол АБД. Можем написать два угла АБД. Угол ДБФ и еще раз угол ДБФ плюс два угла ДБФ. А теперь левую часть переписываем без изменения, а в правой части вынесем двойку за скобку. В скобке получится сумма АБД плюс Д. Б, Ф. И тогда у нас получается такое. Ну, давайте теперь вместо угла АБС мы видим, что АС это прямая, на ней отмечена точка Б, то есть точки А, Б и С лежат на одной прямой. Значит, угол АБС это угол развернутый, значит, 180 градусов, а здесь двоечку. И вот в скобках сумма вот этих углов АБД плюс ДБФ – это же угол АБФ, АБФ. Тогда получается, что два угла АБФ равны 180 градусов. Значит, один угол АБФ равен 90 градусов. Но это значит, если угол между двумя прямыми равен 90 градусов, это значит, что они взаимно перпендикулярны. То есть BF перпендикулярно AC, что и требовалось доказать. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.